Всем привет, с вами Камикадзе, и в этом видео я расскажу и покажу вам, где скачать и как установить шейдеры на Minecraft. И для начала вам нужно запустить Minecraft на той версии, для которой вы хотите установить шейдеры. Затем переходите по ссылке в описании и попадаете в папку с установщиками шейдеров. Выбираете тот, который подходит для вашей версии, и скачиваете. В моем случае это будет версия 1.10.2. Теперь запускаем установщик. И нам говорят, убедитесь, что вы закрыли Minecraft. Если у вас запущен Minecraft, то закройте его и нажмите ОК. И снова нажмите ОК. Вот и все, вы установили шейдеры, теперь можете зайти в Minecraft и включить их. Теперь заходим в Minecraft, выбираем профиль Shaders Mod и жмем Play. После входа на сервер жмете настройки, шейдеры, выбираете вот эти вот шейдеры и жмете готово. Вот и все, вы установили шейдеры. Ну а если я вам помог, то ставь лайк и подписывайся на канал. С вами был Камикадзе, всем пока-пока.